Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10-11 класс. Относят задание 701. Пусть H, R и V, соответственно, высота, радиус основания и объем конуса, найдите. Для того, чтобы выполнить задание, нам потребуется формула объема конуса. Объем конуса равен 1/3 произведения площади основания конуса, то есть площади круга, и умножены на высоту конуса. В пункте А нужно найти объем. Если известна высота 3 см и радиус 1,5 см, объем будет равен 1/3, подставляем значение в формулу. Радиус 1,5 в квадрате, это будет 2,25, и умножить на 3, сократим, и получим 2,25 пи кубических сантиметров. Пункт Б. Нужно определить H. Если известен радиус 4 сантиметра и объем 48 пи кубических сантиметров, выразим H из формулы. 3 умножить на V и разделить на пи R в квадрате. Подставим известное значение 3/48π делить на пи r квадрат. 4 в квадрате 16. Разделим, сократим пи на пи, 48 разделим на 16. Это будет 3 на 3, итого получим 9 сантиметров. И последний пункт В. Нужно найти радиус основания конуса, если известна высота h равно m и объем равен p. Выразим радиус из формулы. Радиус в квадрате, значит, радиус будет равен корню квадратному из. В числителе 3 умножить на v, в знаменателе pi h. Подставим значение. В данном случае значение определяется буквами 3p делить на π и h это m. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.